Вместо Аллы будет Юля. Альфонс Галкин планирует жить за счет Барановской. Поклонники уверены, что шоумен всю жизнь живет за счет влюбленных в него женщин. Пользователи сети утверждают, что Максим Галкин уже не живет с Аллой Борисовной, которая не простила мужа измены с более молодыми знаменитыми женщинами. Фанаты считают, что Галкин ушел жить к своей любовнице Юлии Барановской, которая может быть в положении от пародиста. Более того, поклонники говорят о том, что Альфонс Галкин привык жить за счет своей богатой супруги, а потому планирует продолжить традицию и в новых отношениях. Вместо Аллы будет Юля, заявили интернет-пользователи, которые считают, что шоумен просто променял 69-летнюю примадонну на более молодую и выгодную партию. По версии возмущенных фанатов, Барановская, помимо троих детей, должна еще будет содержать и горе любовника. Друзья, предлагаю вам провести прямой эфир в пятницу 26 октября в 16:00 по Москве на самые актуальные темы прошедшей недели, поделиться своим мнением и познакомиться с вами поближе. Ссылка на прямой эфир будет в описании под видео. Пишите в комментариях, на какие темы вы бы хотели пообщаться. Ставьте лайки, жмите на колокольчик, подписывайтесь на канал, впереди нас ждет много интересного. Удачи!